следующий продукт. Я думаю, что-то я такое хотела купить. Я не могу сейчас вспомнить. Я говорю, у меня одна кастрюля. Здесь и первая, и вторая, я говорю, и третья. Нет у меня больше кастрюль. Все, очень. Так, суп. Буду угощать сегодня супом. Суп у меня очень-очень вкусный. Готовится очень-очень просто. Это, знаете, вот если два в одном. Здесь и картошка, и мясо, и овощи. Овощей довольно много. И еще рис. То есть, можно сказать, рисовая каша. Это будет как второе. Супчик такой. Вкус очень, потому что перец. Вот это красненькое. Это перец болгарский. Довольно много. И как я готовлю, я вам скажу. Начинаю со сковородочки. Обжариваю лучок. Потом натираю тут даже морковочку. Потом перец болгарский. Что потом? А, первое мясо. Мясо нарезаю на маленькие кусочки. Обжариваю это мясо. Вот так вот. А к нему уже все-все-все добавляю. Так, а отдельно в кастрюльке. Отдельно. Вот в этой кастрюльке отдельно. Вот. Я варю картошку. И варю рис. И когда картошка и рис уже готовы, то, что в сковороде, я сюда ввожу. И суп, во-первых, быстро, во-вторых, просто. Короче говоря, попробуйте так приготовить. Можно со сметаной, можно и без сметаны. На любителя. Но очень вкусно. Сейчас попробуем. Я говорю, что вкусно, очень вкусно. Приятного аппетита всем.